Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить проверенный годами рецепт кабачковой икры на зиму. Икра получается густая, ароматная и очень-очень вкусная. Нам понадобится 1,5 кг очищенных кабачков, 500 грамм очищенной моркови и 500 грамм лука. Нарезаем мелко лук. Трем на крупной терке морковь. Кабачки нарезаем небольшими кубиками. В кастрюлю наливаем 125 мл растительного масла, добавляем лук и будем жарить его до нежно-золотистого цвета. Далее добавляем морковь к луку и будем жарить около 5 минут, постоянно помешивая. Добавляем соль 25 грамм и сахар 50 грамм. Все хорошо перемешиваем. К овощам добавляем кабачки, перемешиваем и будем тушить 30 минут, периодически перемешивая. Спустя 30 минут добавляем к икре черный молотый перец 1 чайную ложку, а также томатную пасту 150 грамм. Все хорошо перемешиваем и тушим еще около 10 минут. А также в икру мы добавляем уксус 9% 25 мл, так как мы закрываем на зиму. И варим еще 5 минут. Снимаем икру с огня, еще горячей, погруженным блендером перебиваем ее до однородной массы. Икру накрываем крышкой и отправляем на медленный огонь для того, чтобы она закипела. Кипятить будем 5 минут, периодически помешивать. Крышка нас спасет от бурного кипения. Пока варится икра, зальем крышки кипятком. Еще горячую икру будем раскладывать по заранее простерилизованным банкам и закрывать крышками. Баночки будем переворачивать крышками вниз и укутаем полотенцем до полного остывания. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 2 баночки по 720 мл и небольшое количество покушать. Всем приятного аппетита и до скорых встреч! Пока-пока!